Вот уже в четвертый раз подряд фестиваль «Пасхалец на Соборной» дарит минчанам радость самого главного христианского праздника – Пасхи Христовой в формате опен-эйр, тем самым приглашая всех желающих присоединиться к общему празднованию и гуляниям. По благословению митрополита Минского и Заславского Павла на площади у стен Свято-Духова кафедрального собора развернулась танцевально-исполнительская ярмарка, которая собрала сотни минчан, игровая площадка с конкурсами для детей, ростовые куклы, концерт православной молодежи. Все это фестиваль «Пасхалец на Соборной». Как это отдыхать по-православному, узнавали наши белорусские корреспонденты. На один вечер в эти теплые майские дни территория возле Свято-Духова кафедрального собора Минска превратилась в большую праздничную площадку, на которой развернулась танцевально-исполнительская ярмарка «Пасхалец на Соборной». Фестиваль был создан 3 года назад, чтобы разделить с горожанами радость пасхальных дней. Из года в год «Пасхалец на Соборной» собирает сотни людей, неравнодушных к своей истории, своим традициям, своей вере. Так и в этот раз «Пасхалец» собрала как своих постоянных участников, так и тех, кто оказался на празднике впервые или случайно. Хотя, как известно, у Господа случайности не бывает. Я впервые увидел этот фестиваль, и мне очень он понравился. Ощущение, что все очень добрые, все очень такое светлое настроение у всех. На лицах искренняя улыбка у людей, что очень сильно подкупает. И вспоминаешь, наверное, свое детство, когда такие чувства мог еще испытывать искренне. Это мероприятие направлено на молодежную аудиторию, на детей. Так ежегодно мы отмечаем праздник Святой Пасхи. Естественно, оно имеет миссионерское направление уже только тем, что оно проводится в центре Минска, на площади, где всегда много народу. Вот, и как мы видим сегодня, тоже много людей проходит мимо. Совсем юных зрителей развлекали ростовые куклы. Были организованы игры и викторины. Для горожан постарше – мастер-класс и концерт светской и духовной музыки в исполнении хоров, музыкальных коллективов и солистов. Также на празднике можно было отведать солдатскую кашу и чай. В этом году мы сделали уклон больше на детскую часть. То есть в этом году было очень много пасхальных игр, пасхальных квестов. Детям очень понравилось. Ну и уклон мы сделали еще на более домашнюю атмосферу самого концерта. То есть, как вы видите, в этом году мы обошлись без сцены. Вот, и все мероприятие проходит полностью на Соборной площади. После концерта территория у собора превратилась в танцевальную площадку. В программе танцы разных эпох, стилей и стран. Участники Минского бала православной молодежи закружили зрителей в пасхальном хороводе и зарядили всех горожан и гостей столицы праздничным настроением. Организаторы были уверены, что никто не сможет наблюдать за происходящим со стороны. Так оно и получилось. Танцевали все. Задача этого мероприятия – это показать молодежи, особенно светской, что церковь – это не только рамки, что церковь – это не только молитвы, что мы также умеем и танцевать, умеем прославлять Бога через вот музыкальное творчество. Праздник Пасхальца на Соборной стал значимым событием в духовной жизни Минска. Его организаторы показали красоту православия, а также поделились пасхальной радостью, которая, уверены они, нашла отклик в сердцах зрителей. Матвей Родов, Дарья Мордарьева, портал Собор.бай для телеканала «Союз».